Приветствую всех любителей баскетбола. Совсем скоро начнется встреча между Автодором и Астаной. Посмотрелся, но затем ушел в Астану. Рейшон Хэммонс. Фирменный пик-н-ролл за Автодором. Любопытно, что Гаррета пока не использует Богичевич. Мавра через руку Гаврилова закрывает первую четверть своим дальним попаданием. 28-21. Пас от серба. И уткнулся в Романа Марчука. Заброс на Маркела Джонсона. Это его хлеб, и это сверху от американца. Предзона. Виталий скидывает на Хэммонса. И Маркел Джонсон второй блокшот в этом матче для себя ставит. Организует нападение своей команды. Карвелл Андерсон. Тяжелая три, но она заходит. Этого снайпера сегодня держать крайне затруднительно. Мавра под сирену. Сюда попадает. Да что? Как вообще сдержать этого Мавру? Миленко Богичевич, Ньюман. Еще одна трешка мимо. Душан Беслач. Путбэк данк. Организовать именно командное взаимодействие, то это не будет работать. Маркел Джонсон 2 плюс 1. Ой-ой-ой, неудачная передача обратная на Маркела Джонсона. Гаррет, перехват, Евростеп, и какой блокшот от Джордана Скипера Брауна. Прогрессировать и доказывать свою игру, но даже душка кольца этой попытка не достигла. Ну и что, Маркел навешивает на морде. Матч завершен. Поздравляем Автодор с победой, которая стала 17-й в этом сезоне для коллектива из Саратова.